такая красота. Обалдеть. Давай мечтай, что впереди Сашка едет, ведет нас в нашем приключении, так сказал мой сын. А, Геленджане, привет! Мы на дороге этого Хаджи Мурата. Всем привет! Очень хорошо. Дюссельдорфчане, привет! Мы по дороге туда, куда по дороге везут. Как ты, дюссельдорфчане? Обалдеть! Это не мат, это не мат. Это злой! Это злой! А это в снегу! А это... Ничего не выпадает у вас. Добрый! Ровненько. А я? Если бы я не кувыркался, все было бы вообще. Это я. Привет. На самом деле вам сам... Я в телевизоре! Можно было положить сюда эту палатку. Да, у нас сегодня караван, конечно, тяжелый. Обалдеть. Ну ладно, всем привет. Всем добра! Это от шмеля. Перекинем это местами. Вот эти сани, поставим туда. А эти сани... А смысл как бы? Куда? Какие? Да, уши тянет. А что для двух кабанов? Тут тоже у нас вон... Не, я тебе серьезно говорю. Она не то, что... Она уши идет. Она так же идет. Я как только пытаюсь свою нарезать, она и уши там нарезает. Вот такая красотень. А я это... Бывает, когда вы неровно идете. От Сани ничего другого, кроме критики. Никогда мы не слышали, и сейчас он верен себе. Но это позитивная критика, поскольку Саня недоволен. Все замечательно, идем. Да. Могло быть и хуже. Уже одну треть пути. Могло быть и хуже, мягко говоря. Могло быть и хуже, мягко говоря. Не, вообще, на самом деле... Сейчас подожди, поедет ли? Хорошо, она может поехать. Вы садитесь, отъезжайте. Андрюха, пупс тот еще. Вот такая красотень кругом. Мы быстро сели, блин. Сели. Да. Все, ну нас пугают. Подправили что-то у Сашки. Тросиком сделали газа. И мы помчали. Вот тут у нас была маленькая авария. Как положено, чуть-чуть перевернулись.
Так не должно быть. Но Господни пути неисповедимы. Мы же на рыбалку едем, да? Перевернулись, ну, бывает. Вот такие у нас приключения. Несколько раз выпадали, переворачивались. Но мы сильные духом. Это уже река. Практически, да, ну, не доехали еще, но самая сложная дорога позади. Ух, попер наверх. Все, помогай. Пусть меня Санек запипает. Но мы... Фух, вытолкай. Золотая рыбацкая доля. Это мы где? О, хера себе. И вот мы непобежденные. Последние грибки. Лопатой. Все для чего? Чтобы дойти до дому. Зачем ругаться, блин? Вот такой вот. Им все видно там вдвоем, нет? Миша, как твои дела? У меня все хорошо. Женя, как у тебя? Докопались таки до мостика. О, ступеньки почистить надо. Дрюха, он знает работу дворника. Дом утеплее. Че, у кого ключи-то? Замок-то, интересно, откроется, нет? Караван. Нифига себе, вот вам уровень снега в этом году. На столе. И я тебе посвечу. Святой ты наш. Ту-ту-ту-ту-ру-ту. Ой, микрофон упал. Как мы будем песни петь? Смотри, работает. Как счастье тебе. Да, без смазки. А ты роешь дорогу до туалета? Давай, лампочки. Давай. Заходи, давай. Что, сразу зажигать там это самое? Да. О, так. Не, не надо открывать. Зашибись. У кого-нибудь есть с собой что-нибудь такое? Интересно, будет гореть? Нет, твой фонарь будет гореть? Вот тот? Сейчас? Почему? Да, вот. Журнал. Все. Ну что, прибыли, сейчас начинаем обживаться. Вот так мы добрались. С Божьей помощью, с криком. Нет. Снегу. О, сколько на столе.
ночь и тишина. Замок на удивление открылся великолепно. Все в ине. Где-то градусов 12. Так. Короче, вот мы приехали. Мы молодцы. Опа, все сгорит. Шикарные парни. Иди туда поставь. Это много-много горит. Костян бы вас показал бы так, да? А что тут такие угрюм? Угрюм река такая. Костя, привет. Витя, Люся, привет. Да-да-да. Всем привет. Немножко потеплее. Да это пальцы не гнутся, да? Ну, короче, вот. Не забудь, что здесь баллон. Пытаемся что-то растопить. Надо туда ставить-то. Вот туда сбоку поставь. Вот там поставь на печку. Вовка шумит там. Делает нам тепло, блин. Ну, Костя, надо такая же печка. Ну что, нормально все, что? Ну, пока не замерзнет. Ну, короче, это самое не будет. А я, знаешь, как Юль, в рукавицу, Юль, да. Туда. Катюша, да, привет. Один замерзает, он прям... Ой, как тебе? Сейчас тепло будет. Ё-моё. Так, шел второй час пребывания на Неллинге, блин. Второй час. Оказалось, что второй день. Пельмени уже съели. Оказалось, мало. Давайте, говорит, жарить грибы с картошкой. Грибов насобирали. Да, сходили. Пока ехали, грибов насобирали. Мишаня выпрыгивал. Я, говорит, ногой толкаюсь, говорит, а гриб выскакивает. Я почистил картошечку, порезал там. Все подготовил, все такое. Я их силой уговариваю сожрать картошку. Мне делают одолжение, говорят. Ладно, Миха, давай. Ну, хрен с ним, поедим потом. Женька, да кто-то вообще вальяжный. Да, когда приехал, то вообще там... А так выпил, погрелся, такой, все пельмешки, две штуки съел, все, нормально, я уже насытился. Вы думаете, свечка для чего здесь горит? Греемся. Помогает. Честно греемся. По очереди. А так, топим русскую печь. Топим маленькую печку. Разогреваем еще одну печку. Еще газ. Иду еще что-нибудь на башку найдем. Кстати, сюда это самое. На башку? Банка тоже. Чайник поставили для кого? Для дорогого гостя. У нас в гостях Юра Давыдов. Смотрите. Дорогой Костя. Да. Место Кости. Я говорю, дорогой. Это его корифан, между прочим. Ты же для Кости это снимаешь. Да, и для Кости тоже. Чудиного Светки пошли до Сереги Чудиного. И сейчас они вообще охуели. Ну, это слово, конечно. Самое. Все нормально. Смотрите, мерзнет только один Женька. Я уже не мерзнет. Но он уже не мерзнет, все, да. Он уже сделал заморозку. И покажи, что мерзнет один замок. Да. Вот у нас грибочки. Да. Картошечкой. А потом такой же комнатку снимешь. А что мы такое? Как ты? Твой ход как-то. Просто мой ход и все, да. Ну, посмотри, все, карты внимательно. Вовка, не смотри в карты, блядь. Мне посадил. Ты тоже. Ой-ой-ой. Бази мой. Ладно, Мишенька, будем с тобой бороться. Да, будет сложновато. Меняется. Давай, ты. Сигареты только вон. Мужикам не хватает в зубах. Так, господа, контрольное время сколько у нас? 10:21. Ого. Детский час давно прошел. Мы пытаемся состряпать что? Что-то. Смотри. Топим снег. Свет включи. Снег. Ну что, тебе не видно? Видно, да, красиво. Хо, ёкторный бабай. Воды в доме нет, поэтому просто топим снег. Да, никто не провел сюда водопровод. Нет, водопроводов нет. Один газ и нефть, блядь. У нас страна чудес. А снегу дофига. Да. А воды нет. И немножко угля еще надыбали. А на самом деле мы готовим вот рагу, которую уже мужики год назад демонстрировали в прямом эфире.
всю подготовку, там курочка. А что это такое у тебя синий сейчас? Как-то голубовато, блин. Да нормально все, что? А? Какой цвет есть такой, есть, блин? Что там, картошка посинела? Голубовато, я знаю. Все это у него в таком... Так температура-то у меня хэнди, телефон я взял, он холодный, как это, как лед. Еще посинело, что ли? Андрюха там что-то делает, да? Чеснок чищу. Хватит, хватит. Одну еще. Ну, в общем, вот так вот. Последняя. Капусту-то некуда кидать, но она усядет еще. Вот некуда будет наливать. Немцы отдыхают. Им там забастовки какие-то, вот так бы они пожили. Вот так вот. Вот так вот, когда воду изо льда просто. Нарезали кусками. Да, кусками лед нарезали. И как пел Владимир Кузьмин? Лед, слезы льет. Да. Мы его просто топим, в общем. Слезы льет, лед. На газу. Вот так вот. Так, короче. На улицу, ведро. Это, кстати, на улицу сразу же курицу. Это Андрюха знает где. Андрюха меня снимает. Я снимаю, как он шинкует. Вован. Ну, передай привет самое, всем. Всем привет. И всем. Всем привет. Всем привет. Нам готовят вкусняшку. Машке-то привет передай. Машке? Ну, Машка не смотрит. Да, не смотрит. Сожжет, как дурочка. Машке привет. Андрюха, передай и Кирюсе привет. Кирюсенька, привет. Костя, привет. Палыч, привет. Зуля, Виталик, Лена, Наташа, Юля, Светик, привет. Всем привет. Всем привет, да. Светик, Леха, всем привет. Вот я сколько смог вас всем показал. Он набрал там приветов. Ничего себе. Да не говори. А это сейчас в русскую печку поставится и, может быть, сварится. Санки бьет кочергу. Спасибо моему двоюродному брату Женьке, что он мне подогнал. Так, сконцентрируйся. Так, тихо. Полотенце мешается. Раз. Я давай его. Опа, занавес. Пошел, 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 чугуночек. Опа. Печечку. Сними его там. А, вон он там. Вкусный уже. Мастер. Всем спасибо. Всем свободны. За участие. Ух ты, робот, дядька.